От классических сладостей до модных американских бобов Bean Boozled с гадким вкусом. Популярные конфеты и лакомства с сюрпризами, которыми пестрят YouTube-каналы знаменитых блогеров, доступны и бобручанам. Здесь именно то, что не найти на прилавках масс-маркетов. Мармелад в виде бургеров, жевательный тик-так и жвачки с жидким центром со вкусом перца чили. Здесь много вкусных шоколадок, печенья, всяких штучек прикольных. Есть такое, что дают специальные карточки и потом ставят печати и подарочки дают. Лакомства из 90-х и крутые зарубежные новинки. С магазином сладостей из Европы стало проще делать креативные презенты. Здесь можно оформить свитбокс на любой размер, вкус и сумму. Отличная возможность в канун праздников подарить детям не классическую коробку с шоколадными конфетами, а что-то оригинальное. Например, вот эту готовую за 5 рублей. В составе идут палочки Пепера, знаменитый в Корее бренд. Немного мармелада испанского. Испанская обязательно кислинка какая-то для ребенка. Леденец в форме мышки, поскольку у нас Новый год мыши. Если мальчик, даже и девочки тоже любят такие вот конфеты в форме черепушек, какие-то страшилки. Это всегда нотку веселья добавляет. Немного конфет жевательных, потому что шоколадных и так достаточно в доме на Новый год. И что-то в виде игрушки. Среди огромного количества вкусностей есть и знаменитые в Германии адвент-календари. Немецкие дети получают их 1 декабря и с нетерпением день за днем ждут Рождество. У малышей из Бобруйска тоже есть такой шанс. Здесь 24 окошка, что символизирует 24 дня до Рождества. Ребенок с 1 декабря открывает по одному окошку и таким образом ждет с нетерпением Рождество. Внутри ребенок находит фигурную мини-шоколадку на новогоднюю тематику и плюс на обороте какие-то веселые игры, в которые он может тоже поиграть. Еженедельные привозы, новогодний ассортимент и даже электронная рассылка новинок. Узнать подробную информацию о сладком магазине можно в соцсетях, которые вы видите на экранах. А сделать покупку с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника, по адресу Карла Маркса, 49, павильон 37. Кстати, эта уникальная продукция будет представлена и на новогодних утренниках в холле областного театра с 21 декабря по 7 января. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.